замечательный человек, прошу еще отцов Вячеслава Кирилловича. Очень хорошего и начальника, ученого, который занимался всю свою жизнь укреплением обороноспособности страны. Его заслуги достойно отражены в его регалиях. Это генерал-майор, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, лауреат государственной премии имени Совета Министров, ордена носит на всех своих должностях, которые он занимал, а это финансовый институт, откуда он начал свою деятельность. 26-й институт государственной экспертизы он проявлял всегда самые лучшие качества, которые ему были присущи вообще всегда от природы. Поэтому я предлагаю открыть митинг, посвященный памяти Дорсова Вячеслава Сергеевича. И слово предоставляется первым Гоболеву Владимиру Михайловичу, начальник 12-го Центрального научного института Министерства обороны. Всегда трудно собираться таким поводом. Они всегда грустны. Но Вячеслав Сергеевич заслуживает того, чтобы его провожали так, как сегодня это происходит. И те, для кого он действительно дорог. Вячеслав Сергеевич значительную часть своей воинской трудовой деятельности посвятил службе в 12-м Центральном научно-исследовательском институте имени генерал-полковника Полякова. И был одной из знаковых фигур в институте. Во-первых, он был чрезвычайно разносторонним человеком. Он пришел в институт, меня там еще не было, сотрудника, а потом еще узнал, что он не просто талантливый человек, но по служебной принадлежности, а просто талант показался во всем. Он был чрезвычайно начитанным человеком, очень интеллигентным человеком, наверное, в связи с тем, что был очень начитанным, что нельзя сказать о значительной части современной молодежи. Он был одаренным не только в науке, и не только вот в своей интеллигентности.
Please!